Добрый день, дорогие подписчики! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами порисовали. Порисовали мы алгоритм снятия ограничений во второй его версии. Да? Вот я вам хотела показать. В дальнейшем я вам расскажу, вы видите, что у меня здесь фигуры постоянно, причем получаются либо круги, либо яйца. Вот, все это я вам буду рассказывать в дальнейшем. Как-то, причем неосознанно они так появляются. Вы всегда помните, что для нас самыми важными фигурами являются треугольник, квадрат и, конечно же, круг. Вот, итак, сегодняшняя тема у нас 22 ноября 2021 года. И, значит, алгоритм снятия ограничений. Давайте сейчас мы с вами, сейчас покажу, как будет выглядеть наш сегодняшний лист с записями. Обратите внимание, их три. 1, 2, 3. Вот, нам предстоит большая работа. Поэтому, пожалуйста, когда я буду говорить о том, что используем 2 минуты, да, не размахивайтесь на все листы. Ну, мне просто так комфортно, я рисую сразу на том листе, на котором пишу. Итак, давайте запишем сегодняшнюю тему. Сейчас посмотрю, как вам. Ой, вам все чудесно видно. Итак, у меня тема, она для меня актуальна. Я обладаю недвижимостью в Москве, в этом восхитительном мегаполисе, но Я хочу еще, потому что у меня даже есть веские аргументы, почему. Да, потому что это доход. Вот. То есть я хочу снять все ограничения, которые мешают мне, да. И в итоге моя тема звучит так: я счастливая обладательница. Квартиры в Москве. Я указываю район. Он мне очень нравится. Вот. Более 100 м2. Благодарю. Итак, первые 2 минуты я хочу, чтобы вы ответили на вопрос, почему я хочу вот этих изменений. То есть, вот конкретно в моем случае, зачем мне нужна эта еще одна квартира в Москве? Вот, Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Время пошло, пишем 20 и более слов. Thank you.
Алиса, сколько осталось? Алиса, сколько осталось? Видите, как для меня тема актуальна. Уже так много слов написала. Алиса, стоп. Дописывайте, пожалуйста, слово, кто начал и не дописал, кто закончил, остановитесь. Давайте посчитаем ваши слова. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ого. Ну да, мне нравится вот третью часть рисовать, вот тут вот писать посерединке, она уже будет у нас в конце. Вот больше 20 слов, это говорит о том, что с вами говорит уже ваше подсознание, и сейчас прошу вас поднять все вот эти вот ваши нейроны, да, чтобы вы собрали всю-всю-всю энергию в себе, да, сосредоточились. А теперь я хочу другие слова. А мы снова поставим таймер на 2 минуты. Я прошу вас написать более 20 слов ответ на вопрос, что я получу в результате этого изменения. Так вам хорошо все видно, да? То есть всегда так листик заворачиваю. Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Время пошло, 2 минуты. А что произойдет в результате изменений? Таймер звонит, дописывайте слово. Алиса, спасибо. Алиса, стоп. Дописали, я думаю, все слова, пока я благодарила Алису. Так тоже посчитаем слова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 30 тоже собираем всю вот энергию. Можете подышать, посмотрите, пожалуйста, на слова.
А, может быть, для вас какие-то слова стали сюрпризом, и вы их не ожидали совершенно увидеть. Посмотрите, подумайте. А слова, они могут быть совершенно-совершенно разными. Они могут вообще вам кажется, что не относятся к делу, не относятся к теме. Но на самом деле все это не так, все это в затворках нашего подсознания. Дышим глубоко, вдыхаем носиком, выдыхаем ртом. И ответ на ваш вопрос, да, вот, то есть ваша тема, все слова собрали, всю эту энергию, делаем выброс. Неожиданно. Вот, неожиданно. Ну и что ж, а теперь мы будем округлять все, что только можно округлить. Знаете, ограничения очень важно снимать. И, как правило, когда, например, я себе отвечаю на вопрос, почему я хочу это изменить, как правило, лично у меня все, почему я хочу это изменить, всплывает детство. Я не знаю, как у вас, я думаю, что, может быть, кто-то, вот я сказала, и тоже задумались об этом. Вот, с острыми углами ничего не делаем. Можно вот поярче, да, нейрографической такой линии обвести. Ваш выброс. Катарсис, да, наш. Сейчас я просто все поярче сделаю. Очень хорошо, очень внимательно, пожалуйста, округляйте, чтобы не оставалось следов нигде, прозрачных. Знаете, как некоторые иногда не очень аккуратно. О, и все. Нет, сделайте так, чтобы это было прям идеально. Вы это делаете для себя, не для кого-то. Ой, кстати, сейчас вспомнила притчу, мужчина работал, строил дома, и вот все, он собрался уже уходить на пенсию, тут ему говорит работодатель, ну построй один дом, господи, ну что тебе стоит там один всего лишь, давай, у тебя все получится, тебе там не очень много времени надо. А мужик подумал, ну господи, раз просят построить, я построю. Но он решил, что дальше он работать уже не будет, выходит на пенсию, стараться он тоже не будет. Вот, построила бы как дом, как получилось, совершенно не стараясь, какие-то моменты вообще сделал некачественно, да, свою работу. И все, прощальный день его пенсии, день выхода на пенсию наступил, и ему его работодатель говорит, вот я тебя просил построить дом, это тебе наш, от всей фирмы, подарок за долгие годы службы безупречной. Вот. И вы представляете разочарование этого человека, когда он строил все дома идеально, и дом, который он строил для себя, он построил абы как. Знаете, я на эту тему так могу сказать, либо делайте хорошо, либо не делайте вообще. Округляем все. Старайтесь делать качественно, вы это делаете для себя. Не для кого-то, для себя любимого. Спасибо вам большое, благодарю вас, мои дорогие подписчики, просто гости канала, что лайкаете, смотрите, комментируете, мне безумно приятно. У меня глаза слезятся. Хотя вот меня, если честно, какими-то вот эмоциями, ну, сложно удивить, в том плане, я постоянно что-то занимаюсь, какой-то проработкой, да, отпускаю что-то,
отрабатываю, там тоже прощение, еще что-то, да, отпускаю энергию, и все равно я достаточно чувствительна, да, наблюдайте за своим телом, для меня эта тема очень актуальна. Вот, я хочу, чтобы все ограничения снялись, и мое желание исполнилось самым лучшим, самым экологичным образом. Я с вами вчера делилась, что у меня тут так мечта рухнула. Хотела, написала конкретный дом. А больше-то домов нет, которые мне пока нравятся, еще найти надо. Прям вот зависла я. Обязательно наблюдайте за своими эмоциями, потому что отпускания в этот момент также могут прийти все, кому все, кого ждали и не ждали, все, кому не лень, чтобы вас отвлечь, ну, вашему-то организму, точнее, всем вашим ограничивающим убеждениям с вами комфортно, а вы их тут пытаетесь выгнать, так не пойдет, да, вот, я округлила свой выброс, все вот эти вот острые углы мы продляем, нейрографической линией, нейрографическая линия, вы можете проходить по вашему рисунку несколько раз, даже не стесняйтесь. Чем больше линий, тем лучше количество линий определяет результат. Ну что, всем видно? А что нужно сделать теперь? Поле, все, что находится вокруг вашего выброса, это поле. Поле – это социум, поле – это общество. И я сейчас прошу вас вернуться назад. Переворачиваем листик. Помните, я вам говорила третье... Третье, что мы будем с вами писать, это ответ на вопрос, а что подумают люди? Значит, ваша тема, когда исполнится вот это вот ваше желание, которое вы загадали, напишите, пожалуйста, 20 и более слов, ответ на вопрос, а что подумают люди? Алиса, 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 поставь таймер на 2 минуты. Время пошло, поехали.
У меня щечки горят. Время вышло. Алиса, стоп. Дорогие друзья, кто, я думаю, что уже все дописали слова, просьба большая их посчитать, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 слова. Отличный результат. Теперь, мои хорошие, я прошу вас, собрав всю вот энергию, то, что все слова, которые мы с вами писали. И сейчас, извините. И сейчас я вас прошу растворить ваш выброс, ваши фигуры в поле. Не стесняйтесь. Нейрографическая линия – это та линия, которая не повторяется на одном участке и идет туда, где ее совсем не ожидаешь увидеть. Сразу можно округлять. Знаете, у меня все, в принципе, алгоритмы, которые я пишу, и на вопрос, почему я хочу это изменить, да, я уже сказала как-то из детства, у меня прям все тело горит, щечки горят, ручки горят. Прям неожиданно, если честно. Когда рисуете, не думайте, пусть рука сама вас ведет.
Вот как-то так у меня получилось. Теперь осталось доработать, да. Округляем качественно, делаем все только для себя. Продолжайте думать о своей идее. Для чего вам это? Почему? Снимите все ограничения. Может быть, у вас это какие-то убеждения застрявшие. Скажите, кстати, пожалуйста, вам нужен проект, да, я вот тут думаю, для исполнения желаний, чтобы мы поработали с вами над снятием ограничивающих убеждений, чтобы мы с вами денежные блоки поснимали. Скажите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли вам это. Вот. Я вообще рекомендую эту практику делать, ну, whatever, раз в 3 месяца точно, потому что умудряетесь все равно где-то что-то насобирать. Какие-то не самые прекрасные ограничения у кого-то услышать. Вот. Даже банально можно сказать, люди начинают с того, что надо начать следить за своей речью. Очень многих там повстречать вам скажут: ой, ничего себе! У нас дома вообще запрет на эту фразу. Вот, все себе, все себе. То есть какие-то такие моменты, вроде как кажется, знаешь, но проработать никогда не мешает, да, поэтому вы напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы с вами выберем время, сделаем интенсив, проведем его. Прямо здесь, на YouTube-канале, буду давать задания. Вот, единственное, хочу обратной связи, очень хочу. Вот, хочу знать, как у вас все происходит. Вот, пишите комментарии. Ставьте лайки. Давайте так, наберется 100 лайков у видео у этого и 100 комментариев. Тогда мы сделаем с вами в ближайшее время интенсив по снятию ограничивающих убеждений. Вот, прокачаем денежную вашу энергию. Вот. Просто видео будут выходить, а вы будете уже непосредственно над этим смотреть видео и работать. Вот, потому что ограничения снимать надо. У нас их столько в голове каждый раз. Причем непонятно, откуда берется. Вот действительно непонятно. Я правда не понимаю, откуда вот у меня такой. Ну, для меня это сильный выброс. Ну, прорабатывала же уже все делать. Тем не менее, все равно что-то всплывает, да? В подкорках моего подсознания где-то там что-то спряталось. Вот, поэтому, ну, даже для себя поработать всегда рекомендую. Работа, она никогда не бывает. Она всегда приносит свои плоды. Объясню, почему я рекомендую, вот, люди писали, сжигать. Там, выброс, да, если он не получился. В нейрографике, может быть, и нет, но в других науках я мастер восточных астрологий, да, мы негатив всегда сжигаем. Можете воду отпустить, текучую воду, да, можете в землю закопать, но не просто порвать и выкинуть, такого не бывает при работе с энергиями. И хранить дома такой тоже не рекомендую. Одно дело, вы доделали свою работу, да, скруглили все. Круг – это у нас всегда источник силы. А другое дело, у вас там что-то не получилось. Да, можете похоронить какое-то время, посмотреть динамику, но лучше все-таки в конце избавиться от этого. Вот. А там уж вы сами смотрите. Это моя рекомендация. Одно дело, вы доработали, да, а второе дело – ну, не получилось.
Прям щечки горят, лоб горит, но ничего, сейчас, когда дорисуем, я думаю, мне прям полегчает. Энергия, безумное количество. Вытащили наружу все сейчас. Убеждения, слова. Почему, для чего, мечты. Вот, да, где-то видно, но вот в целом как-то так. Вот смотрите, не доделали. Что-то про эту сторону я забыла. Да, бывают выбросы, которые сложно растворить в поле, да. Но что значит сложно? Просто чуть больше времени. Или смириться. Такое тоже бывает. Можно поработать на эту тему еще раз, еще делать выбросы, еще рисовать. Вообще рисуют всегда кейсом. Но меня вот рисование, например, оно меня еще как будто так, знаете, умиротворяет. Такое спокойствие, время подумать о себе, да, о своих желаниях, мечтах. Ведь чтобы придумать мечту, тоже нужно время. Вот. Ну все, вот какой-то такой у меня рисунок получился. И вот смотрите, мне вот кажется, что у меня здесь отлично встанет круг. Я его вижу, я его просто дорисовываю, а в круге так удивительно еще один круг. Это время для любителей увидеть фигуры. Я правда вижу фигуры. Бывает, у людей прям явно выходит яйцо, которое у меня тут тоже есть. Яйцо – это начало жизни, зарождение. Круг – это источник силы. Квадрат – это стабильность. А вот треугольник, ребята, это конфликт. Вот, но кому-то, может быть, и нужен конфликт. Может быть, кому-то нужен. Но мне не нужен. Так, что еще я здесь вижу? Тоже округлите, пожалуйста. Вот вы создали фигуру, да, дорисовали, у кого получилось. Вот, не забывайте округлить то, что вы там дорисовали. Как у меня удивительно получилось. Два круга и яйцо. Наблюдайте за своими эмоциями, отключайте голову, пусть с вами говорит ваше подсознание. Оно всегда лучше вас знает. Ваша интуиция, вот ваши чувства, позвольте себе расслабиться, дайте за вас все. Написать, сказать.
Знаете, как наша интуиция, наша душа, да, если кто-то едет, она говорит с нами тихим-тихим голосом, да. Не услышите, начнет полбу давать, как говорится. Смотрю на свою работу. Да, вот теперь, пожалуй, я готова взять цвет. Явно, да, что это те фигуры уже, которые я буду потом фиксировать. Вот. Мне почему-то очень хочется вот здесь что-то взять, но пока не буду. Вот. А как вы, дорогие подписчики, получилось у вас? Какие фигуры получились? Поделитесь, пожалуйста, мне действительно безумно-безумно интересно. Прям, знаете, сейчас начинается такая легкость, вот когда берем цвет, у меня всегда приходит какая-то легкость невероятная, я не могу ее объяснить. Вообще круг — это сила, всегда так было. Знаете, очень, когда хочется почувствовать прям энергию, она к вам приходит в виде шарика. Вот трете-трете ладоши, закрываете глазки, трете-трете ладоши, вот так вот прям, да, и потом представляете, как будто из вашего сердца начинает выпирать энергия, и вот вы... А чувствуете, как она выходит через вашу там макушку, стопы, ладоши, да, и вот когда она в ладошах, вы начинаете, вы прям ее можете ощутить, да, она вибрирует, прям вы можете этот шарик потрогать, да, можете снова положить его себе, да. Можете отпустить в космос желаниями, есть такие очень крутые медитации, если нужно, тоже пишите, все дам. Но, кстати, медитации в планах есть. Главное, когда вы уже работаете с цветом, обратите внимание, чтобы вы ни в коем случае не начали делать мозаику. А фигура у меня и правда большая появилась. Вы знаете, я обратила внимание, что вчера мы с вами дерево рисовали. У меня все рисунки, они очень большие, да, сами фигуры. А вообще сейчас, кстати, мне это напоминает авокадинку. Сейчас еще зелененький тут добавим. Ну нет, я не рисую авокадинку, у меня душа так просит. Мое подсознание лучше знает, что мне нужно. О, вот он и мой квадрат, видите? Вот он. Вот, точнее, вот.
стабильность, то как раз, что, в принципе, было у меня в словах. Во второй двухминутке на вопрос, что я хочу, почему я, то есть, что я получу в итоге, да, как-то так мы его формулировали. Пишите, пожалуйста, обратную связь, дорогие зрители. Мне очень приятно. Самое главное, вы мне облегчите задачу. Я буду понимать, что хочется, что нужно. Вот. И чтобы вам тоже было интересно. Вот. Говорю я только по теме. Значит, что сразу у нас есть тема. Вот. Оранжевенький наш. Что-то я запуталась в цветах. Лампа ярко-ярко светит в глазки. Кто-то может рисовать маркерами, да? Без проблем, ваше право. Это ваш рисунок, вы никому его не будете показывать. Вот все, что хочется, то и делайте. Главное, соблюдайте правила. Вот. Не забывайте, что после того, как мы закончим наш рисунок волшебный, пойти лечь на диване со словами «я все сделал» не пойдет. У меня есть теория, я вам ее уже рассказывала. Я считаю, что нужно сделать минимум 3 действия для того, чтобы сказать, ну вот все, Вселенная, я сделала все, что от меня зависит, теперь дело за тобой. И, условно говоря, пойти и лечь. Но пойти и лечь не получится, она обязательно преподнесет вам массу вариантов для осуществления задуманного. Вот. Очень-очень мне хочется прямые эфиры. Странно мне разговаривать самой с собой. Вот, хочется, чтобы мы с вами общались онлайн, да, чтобы были, чтобы была возможность беседовать. Вот. Мне кажется, такой формат будет намного более интересным, нежели вы смотрите все в записи. Вот. Кого нет в телеграм-канале, тоже можете подписаться. Я там обычно выкладываю информацию о том, что вышло новое видео. Вот, чтобы проще узнавать.
вы заметили, да, уже, что этот алгоритм, он, знаете, как у алгоритма снятия ограничения две возможности, да, по-разному можно рисовать, да, вот два варианта. Первый вы уже видели, а это второй. Вот, выбирайте любой, какой вам комфортней. Можно посмотреть, насколько вы внимательны, и напишите мне разницу между двумя алгоритмами. Это ведь оба алгоритма снятия ограничений. Карандашами всегда как-то мягче получается. Для меня, например, маркерами, текстовыделителями супер ярко. Я считаю, что мы сами творцы своей судьбы. Я искренне, действительно прикладываю максимум усилий. Мне все спрашивают, а зачем тебе это еще? Хочу. Знаете, человек жив, пока он чего-то хочет. Человек жив, пока он чего-то хочет. И для меня бойтесь того момента, когда вы перестанете что-то хотеть. Это ужасно. Хотеть что-то обязательно нужно. Без этого никак. Хоть там, я не знаю, хоть мороженое самое вкусное в галактике. Но главное, хотите. Хотелки, они дают стимул, дают движение. Я думаю, что я со своим рисунком закончила. Сейчас мы с вами сделаем линии поля и фиксацию. Линии поля я буду делать черным, потому что как-то вот ярче оно фиксируется все в голове. Для разума, подсознания, тема черный маркер. Куда я его делала? Куда ты делала маркер? Вот он, нашла. Итак, линии поля, их несколько, 2, 3, ну, 4, кто-то может даже 5, но не советую. Располагаем на листе, мы тем самым даем энергию нашему рисунку. Я их крест-накрест не пересекаю, да, так они могут соединяться, конечно. Вот, они могут идти по уже существующим линиям, могут быть заново нарисованы. Это те линии, которые дают энергию нашему рисунку. Их сразу видно.
как удачно моя такая не обратила внимания, а кружок взяла, закрасила. Хотела дорисовать, забыла, но линия поля через него прошла. Поэтому все отлично. Не забывайте округлять все свои. Все, что можно округлить, не забывайте округлять. Можете проговаривать сейчас все, что приходит к вам на ум, о вашей теме, радость, богатство, благополучие, стабильность, доход, финансы, образование, радость, улыбка, успех, возможности поездки, путешествия, океан. Что вам это дает? Доход, стабильность, закрепление, власть, улыбку, радость, везение, самореализацию. Вот. И сейчас я хочу также отметить свои фигуры, зафиксировать их. Я их уже готова была. И еще пару шагов назад. Ну вот, пришло время. Так рука повела. Прям вот заметили, сколько я видео уже сняла, и я каждый раз вот в конце начинаю так замолкать, уходить в себя. Я за собой такого вот раньше не замечала, когда сама просто рисовала, да, я имею в виду без камеры. Но здесь оно очень показательно так выглядит, вроде болтала-болтала, а тут тишина. Вот. Каждый, наверное, может уйти в себя, вы можете даже слышать мой голос на фоне, у нас тут еще музыка с вами такая расслабляющая играет. Ну, так получилось и, конечно, яйцо. И наше яйцо без яйца, конечно, как зарождение жизни, зарождение идеи. Ну что, дорогая моя,
мечта, осуществляйся, мои желания. У меня все желания исполняются легко, причем так вот с детства. Все, что хотела, все исполнилось. Нет, в детстве не так исполнялось. Но я имею в виду, все, что хотела, оно исполнилось. Все, я закончила. Благодарю вас за просмотр, благодарю, что были со мной. Дорогие подписчики, гости канала, ставьте лайки, пишите комментарии, с радостью почитаю, о чем вам еще хочется поговорить, что хочется порисовать. Помните мой вопрос, если будет 100 лайков и 100 комментариев, давайте так, сегодня 22, ну, давайте до 1 декабря, тогда мы сделаем с вами интенсив по снятию ограничений, по убрать все денежные блоки, да, потому что, ну, лично мои желания, ну, понятное дело, я всегда желаю здоровья, здоровья желаю в первую очередь, да, а потом уже я желаю денег, да, и какого-то материального процветания. Вот, сделаем интенсив по очищению денежных каналов, снятию блоков, да, снятию ограничивающих убеждений. Вот, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не забыть, чтобы быть в курсе, когда выходит новое видео. Благодарю вас и пока-пока!